У студентов Северо-Восточного государственного университета началась практика. В крупнейшем вузе региона по программе магистратуры обучается около 20 человек. Это педагогическое и психолого-педагогическое образование. Евгения Евстигнеева окончила бакалавриат в СВГУ по профилю журналистика. Решила продолжить обучение по педагогической направленности, поскольку хотела попробовать себя в роли преподавателя русского языка и литературы. К практике в вузе готовилась основательно. Девушке нужно было провести лекцию и семинар в университете. Мы провели наши первые пары по русскому языку и литературе. Наши преподаватели присутствовали на занятиях и в чем-то помогали нам, исправляли, помогали на практических занятиях со студентами. Мы получили большой опыт на этих занятиях, потому что работа со студентами – это основная часть, основная задача преподавателя. Евгения рассказала, что работать со студентами было приятно. Они активно участвовали в занятии. На все вопросы ответили верно, хорошо подготовились к паре, отмечает девушка. Лекцию Евгения Евстигнеева провела у второго курса. Ребята – будущие учителя русского и литературы. Студенты рассказывают, что благодаря этой паре смогли представить себя в роли педагога. Мне понравилась пара, потому что мы посмотрели на себя в будущем. Будучи студентами второго курса, нас это ожидает спустя, может быть, 3 года, 4, и мы также можем пойти в магистратуру, и у нас будет такой же опыт, как у людей, которые проводят сейчас пары. Студенты отметили, что на занятиях с магистрами не хватило диалога, однако пара им понравилась. Из-за непростой эпидемиологической обстановки студенты должны находиться в масках. Кроме того, в холле университета измеряют температуру, и каждый посетитель обязан продезинфицировать руки.